Юля, впереди праздники, прекрасный весенний женский день, 8 марта. Я уже вижу бедных мужчин, которые стоят в очередях за вот такими нежными цветами. А зачем стоять? Зачем ждать? Зачем переплачивать, когда можно уже сегодня заранее подготовить подарок для своих любимых женщин, для дочери, для крестной дочки, для сестры, для мамы, для тещи? Покрывало нежнее нежного. Сейчас мужчины думают: да, хорошая идея, но как мне определиться с цветом? А определяться не надо. Наше покрывало нежнее нежного еще и с секретом. И мы вам это сейчас покажем. Давайте сначала немножко полюбуемся, а теперь вот он. Эффект 2 в 1. Юль, обожаю все время вот так легко менять интерьер нашей студии. Давай, раз легко, будем менять еще раз, чтобы показать, что наше нежнее нежного двустороннее, а это значит, вы можете менять интерьер по своему усмотрению, причем обращаю внимание на колористику, модную в этом сезоне. Все голубое с ярким акцентом фуксии, это тренд 2016 года. Так что с покрывалом нежнее нежного вы еще и пойдете в ногу со временем. Ну, такое покрывало в 3 размерах, полутораспальные, двухспальные евро, а это значит абсолютно мультифункциональное. В любую комнату, в гостиную, в спальню, в детскую, на диван и на кровать. А также возьмем с вами на пикник, скоро теплое время. Пикник, вот это да, вот это что-то новенькое. Пикник, у меня сразу ассоциации: кетчуп, майонез, жирный шашлычок, и все это на моем пледе. Так я же потом его после пикника сразу придется выкинуть. Не придется выкидывать, ведь это современная инновационная микрофибра, которая отстирывается идеально. Пористые волокна прекрасно выстирываются при температуре 40 градусов, и даже жировые пятна отходят от микрофибры. Кроме того, микрофибру покрывала можно использовать еще и как одеяло. Оно хорошо пропускает воздух, абсолютно не требует глажки, но здесь прослоечкой синтепона ровненько располагается, как зеркало на кровати.